Конец августа 2011 года. В Москве проходит форум «Умная школа». 196 лучших педагогов страны, чиновники и журналисты. И одно общее намерение – улучшить качество российского образования. Москва – это город, в котором принимаются все решения, поэтому донести любую идею здесь намного проще. У каждого из участников форума вот такой интерактивный пульт. С его помощью можно проголосовать за или против любой реформы.